Ну вот типичный пейзаж. Короче, такие же, как в питерском Сестрорецке. Иду на Атлантический океан. Это песня. Класс. Офигеть, это все дюны. Обалдеть, красота. Для меня, наверное, одним из самых таких открытий было в Южной Америке, это то, что здесь очень много пустынь, вот таких песчаников. Я почему-то думал, что Южная Америка — это сплошные джунгли. Оказывается, нет. Практически все западное побережье, начиная с юга Эквадора, и оно все идет практически пустынное. А это восточное, это Атлантический океан, это уже практически на границе с Бразилией, это Уругвай. Это просто охереть! Какая красота! Красота, конечно, просто бомбическая красота. Здесь живут только белые. И такой островок Европы, островок такого вот, ну такой островок Родины. Во, правильно скажу, островок Родины в Южной Америке, потому что мне кажется, Южная Америка, она какая-то вся такая мистическая, интересная, разная. Сосны, вот как видишь, сосны. Самое интересное, что сейчас прохладно. Я вот иду, и не жарко, скажем так, хоть и солнце светит, хоть и Атлантический океан рядом. В общем, я понял, что в Южной Америке более-менее купаться комфортно можно в Эквадоре, ну, соответственно, в Колумбии, ну и, наверное, если с Атлантического побережья, то это с Бразилии, потому что в Уругвае попробую, конечно, вряд ли.